Привет, ребят, вы на канале Рыбакит, меня зовут Ваня, а это умный Павлик. Умный Павлик, и мы рисуем что? Паву. Мы рисуем кирку из Майнкрафта, ребят, рисуйте с нами, будет просто по этапу. Самое главное. Я бы хотел назаритовую сделать. Будет по клеточкам, назаритовую, а это значит другой цвет, да? Черный. У нас все, давай лучше голубой, мне кажется, голубой более красиво выглядит. Вот теперь бери карандаши, фломастеры. Золото, это красиво, может все-таки золотой кирка? Мне нравится вот эта вот, это алмазная кирка, она довольно мощная. А я хочу сделать золотую. Рисуем и раскрашиваем мы сегодня фломастерами гаммы двухсторонние, это значит они двухсторонние, а это определенно классно. Можно тонкой и толстой, сейчас можно начать с тонкой. И лучше тебе, знаешь, с чего начать? С серого. Серым нарисовать, а потом закрасить просто коричневым, понимаешь? Да, пап, я... Вот я тебе покажу, как. С чего начнем? С клеточек. Ох, с клеточек. Я очень не люблю рисовать по клеточкам. Почему не любишь? Это очень трудно для меня, правда, супер-супер сложно. Я даже правда, не знаю, как это объяснить. Мне я сложно рисовать не по клеточкам, а по клеточкам. По клеточкам нам будет легче. И Павлик недавно подсел на клеточки и теперь рисует целыми днями по клеточкам. Я не могу понять, какой это прикол. Но вроде бы у него получается... У меня нет приколов. У него и хорошо получается. Нет. Хотя не один секрет все-таки есть. С Майнкрафтом связан? Нет. Со мной связаны? Ну, не с тобой, но все равно секрет один есть. Большой секрет для маленькой компании. Могу тебе его рассказать? Нет, не рассказываю. Тут все ребята узнают наш секрет. Да, ну ладно, можно и им рассказать. Тогда это будет совсем не секрет, Павлик, так, ты понимаешь? Так, ну, ладно, скажи. Секрет, что секретов нет. Вау. Хороший секрет. Давай считать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ну, я еще 1, одну 2, прорисую. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Это долго. Я люблю рисовать не по клеточкам, вообще не по клеточкам. Так 5? А так 4. Ну, такое дело. Почему ребятам многим нравится рисовать по клеточкам, я понять не могу. Это действительно трудновато. 7. Вот выдержать все это для точно. Для каждого по-своему. Для каждого по-своему? Мне нравится рисовать без клеточки. Все рисовать по-настоящему. 3, ну, кирка, 5, может, 5, 6, требует того, 7. Чтобы мы рисовали по клеточкам. Так, вроде 8, я рисую, а никак 9, у меня не получается. 10. Так, вроде бы вот так все. Раз, два. Главное легко запутаться. Чуть не так сделаешь, и уже все, ты ошибся. И так я уже делаешь. Один раз так сделал с алмазной броней. И там. Как произошло потом? И плакал долго? Недолго, но все равно. Расстроился, короче. Эх, бывает такое, ребят, когда неправильно рисуете. Вот, кстати, я уже ошибся, видишь, такую калюку нарисовал. Ну ничего, я исправлю это, потому что я умею исправлять все на свете. Мы с тобой. Я просто такой калюкой. Умеем. Смотрите, теперь я буду рисовать толстым. Толстым, закрашивать толстым. Это очень легко закрашивать толстым пером. До этого я рисовал тоненьким. И из-за этого получалось легко, тонко. Ох, Павлик, как ты ловко желтым орудуешь-то. Как алмазной киркой в Майнкрафте. Надо сказать, что Павлик любит очень Майнкрафт рисовать. Не только рисовать, но и играть. Играть-то он еще больше любит, чем рисовать. Я честно. Так, раз, два, три, четыре. Так, раз, два, три, четыре. Так, ты какого цвета будешь ее рисовать? Рисовать эту кирку? Сначала я контур рисую. Это хорошо. А я голубым раскрашу. Мне нравится в Майнкрафт играть. Тебе что больше всего нравится делать в Майнкрафт? Что делать? Играть на выживание или играть на креатив с командами? С командами. А мне нравится создавать что-нибудь. Например, создать дом, построить. Вот это мне нравится. На выживание? Замок какой-то. Нет, лучше на креативе, потому что мне трудно добывать все эти... нужные ингредиенты, чтобы строить дом. Знаешь, как там сделать тебе стойку для брони? Вот так я сделал, смотри. Делаешь печку, печки переплавляешь, блоки. Получается камень, не с камня, а это гладкий камень, потом добываешь это, палки.
палки и складываю штуку. Хорошо, хорошо. Павлик пытается нам рассказать, как хорошо строить что-то из Майнкрафта. Сейчас мы не учимся строить в Майнкрафте, мы просто делаем то, что нам хочешь, нравится. Хочешь, я тебе расскажу, это как это в Майнкрафте самый легкий способ получить изумруды. Изумруды? Я знаю. Изумруды надо пойти в деревню. Угу. И кое-что там сделать. На стек. Чего там должен сделать? Ты мне вчера это говорил. Так, раз, два, три, четыре, пять. Павлик считает, считает. Раз, научитесь считать, четыре. Ребят, с Павликом. Там 5. А, ну все правильно, ты все правильно сделал, Павлик. А я сделал 3D, смотрите. Ну, да. Пока мы с тобой болтали, я сделал 3D. Я не хочу 3D. Кирку. Ну, хотя можно и сделать. Я супер крут. Ну, не обязательно, не обязательно. Все-таки мы с тобой учимся рисовать. В следующий раз надо будет более в центр сдвинуть. Как-то я сдвинул его вот сюда, и получилось в краешке. Но все равно фломастером рисовать здорово. Попытаемся нарисовать что-то клеточками тоже. Павлик очень старается. А ты бы еще хотел что нарисовать еще, кроме... Я знаю, что эту... Как? Павлика. Павлика. Ну, ты хотел эту алмазную броню нарисовать. Это очень нравится. Я уже ее рисовал. Рисовал? Да. Ну, ты рисовал без меня, а теперь со мной и для рыбакит. Это же будет вдвойне круто, когда ты будешь рисовать супер алмазную броню. Золотую хочу. Ну давай, может быть, золотую, а я серебряную, а я бронзовую. Посередине. Я просто золотую. Золотую. А я тогда. Я золотом часто еще не видел. Хочу золото. Золото не видел, Павлик не видел золото. Чего, зато у тебя футболка золотая, смотри. А у меня тоже голубая, кстати. Такая сине-зеленая. И у меня кирка сине-зеленая. А у тебя желтая футболка. Сине-зеленая, это как бирюзовый вроде. Бирюзовый, может быть, немножко. Коричневым так. Нарисовать еще вот этот вот квадратик тебе нужно. Так, аккуратненько. И, наверное, все. Да, да. Здесь... Как-то все здорово. А, еще продолжение такое. Ну, я чуть-чуть нарисовал. Очень мы старались, ребят, так что обязательно рисуйте, делитесь своими рисунками в Инстаграм. Я еще не закончила. Еще не закончила, я думал, все уже. И тебе советую желто-оранжево добавить, тогда будет вообще золото, знаешь? Когда в желтый добавляешь оранжевый, можно я добавлю? Смотри, он вот так блестеть начинает, вот так еще сделай, смотри. Как будто желто-оранжевое золото, оно по жизни, оно в жизни желто-оранжевое, оно блестит. Здорово, да? Только не все закрашиваю оранжевым, потому что он должен быть блестеть и желтый. Что? Вот этим тоненьким, да? Тоненький. Хорошо, когда есть у тебя вариант, ты можешь рисовать тоненьким и толстеньким. Да? Чик-чик-чик. В будущем будем больше рисовать фломастерами. Стараться. Ах, ты тоже 3D. Павлик тоже любит 3D рисовалки. Это сложно, ребят. Согласен? Нет. Нет. Ну, на самом деле, если ты поймешь суть, то, конечно, потом легче. А вначале это довольно сложновато рисовать такую 3D. Наоборот, сначала это довольно легко, а потом сложно. Ну, у тебя все получится, там все палочки, а у меня так тоже. Ну что, в следующий раз что будем рисовать, чтобы ребята знали, приходили уже рисовать? Алмазную броню или TNT? Па-бах! TNT легче всего по клеточкам рисовать. Вообще легкотня, да? Смотри. TNT, смотри. TNT. Самое главное TNT. YouTube. Как нарисовать? Как нарисовать YouTube? А там пикселька. Пикселька. Это тот аккаунт, который я тебе хотел показать для. Хорошо, хорошо, ребят, прощаемся. Рисуйте с нами, используйте фломастер, играйте в Майнкрафт. Но не забывайте, что вы живые люди, а не компьютеры. Вам нужно гулять, рисовать и видеть иногда родителей. И, в общем, передавать им привет.